Добро пожаловать на канал Hardware Info, дорогие друзья. Перед нами телефон Xiaomi Mi TV 4S. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве подключить какой-то сети Wi-Fi. Итак, что нам нужно для этого? Для этого нам нужно перейти в верхнюю панель, выбрать кнопочку Wi-Fi, после чего выбрать какую-то доступную сеть, к которой вы хотите подключиться, а затем просто вписать от нее пароль. Так, к этой сети Wi-Fi я все-таки пароль не знаю, что-то я немного ошибся, давайте подключусь к другой. После того, как ввели пароль, нажимаете на кнопочку «Далее». Отлично, мы успешно подключились к сети Wi-Fi на нашем телевизоре. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь. До скорых встреч!